О работе блюстителей порядка и правилах безопасности узнали ребята, отдыхающие в лагере «Чайка плюс». Там прошла акция «Школа полиции». Сотрудники управления МВД устроили для ребят выставку оружия, показательные выступления, семинарские и практические занятия. Ребят словно магнитом притянула секция «Юный криминалист». Но больше всего школьников впечатлили выступления отряда специального назначения «Гром». Офицеры провели настоящий захват особо опасного преступника.